Дорогие друзья, всем привет! У нас на обзоре еще одна красивая роза. Это Флорибунда Lady of Belgrade. Посмотрите, это у нее первая волна цветения, июнь месяц. Роза только что вышла из-под снега, и вот уже в июне она радует цветами. Распустилась она у меня одна из первых. И, в принципе, под снег она тоже уйдет с бутонами. Сейчас вот у нас октябрь месяц, и уже через неделю у нас выпадет снег, и роза до сих пор стоит с бутонами. Красивая роза. Вот это уже вторая волна цветения, август месяц. Бутон очень густомахровый, довольно крупный, до 12 сантиметров, не показывает серединку. Роза имеет такой вот на бутоне волнистый край. Расцветка интенсивно-оранжевая, очень красивая. У меня более 400 роз, и вот ни одной подобной расцветки, сколько бы я ни сравнивала, я не нашла. Цветение волнами, в принципе, в течение всего сезона. Стабильные две волны, иногда бывают и три. Бутоны появляются в соцветиях по одной, иногда бывают по 3-5 бутонов одновременно. Цветение обильное. А по поводу дождя и солнца. У нас в этом году была очень жаркая погода. Практически все лето стояло плюс 30 и выше 37. То вот роза очень хорошо переносит жару. Бутончик держит больше недели. Ну и в принципе дождем она не особо у меня повреждается. Тоже стоит прям вот как вот. Распустилась первый день, и вот неделя-две стоит красивая, ни солнце, ни дождь ее никак не портит. Да, вот могу сказать, что во время жары, 37-градусной, она вот не выгорает, и цвет остается такой, какой есть. Роза у меня уже зимовала, зимовка у нее отличная. Это третья-четвертая климатическая зона, но больше третья, Кировская область. Она зимовала у меня под общим укрытием с другими розами. Розу отнесла и сказала бы про нее, что это одна из самых лучших оранжевых роз, которые есть у меня. Если у вас есть какие-то вопросы по этой розе, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!